Мед из одуванчиков содержит витамины, микроэлементы, антиоксиданты. Ранним утром собираем только распустившиеся одуванчики. Сразу, чтобы не повяли, укладываем в банку слоями, не приминаем и заливаем медом. Перемешиваем для равномерного распределения меда палочкой или ножом. В течение 2 дней помешиваем для равномерной ферментации, чтобы вышел воздух. После выделения сока храним в темном прохладном месте. Через 2 недели это ароматное лакомство рекомендуется принимать при артрите, артрозе, заболеваниях печени, бронхите, остеохондрозе, мочекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, лечении простуды и ангины. Друзья, всем хорошего здоровья и приятного аппетита. И пусть эти земные дары будут во благо.